Итак, друзья, всем привет, с вами Заебарсик, и сегодня хочу показать вам, как же добавить огромное количество друзей на ваш аккаунт Boom Beach Frontlines. Погнали! Чтобы начать добавлять к себе друзей на аккаунт, необходимо перейти во вкладочку Friends и в Enter Player ID ввести ID другого игрока. Но как же его узнать? Мы можем попробовать ввести просто какие-то рандомные ID, может быть, кто-нибудь высветится, давайте попробуем. Набираем цифры, 6 цифр любых. Добавляем. Нет, некорректный код. Давайте попробуем вместе с цифрами. То есть цифра, буква, цифра, буква, цифра, буква. Добавляем. Снова. Снова не находит. А теперь самое интересное. Я покажу вам, как же узнать коды огромного количества игроков. Итак, мой Player ID состоит из LB и, видите, здесь приписочка 2D. Я посмотрел своих друзей и увидел то, что у многих у них то же самое есть LB либо ELB. Давайте посмотрим. Сет Дэнни у нас имеет... Нет, не такой. Димон ELB, видите? Смешинка. Нет. Стэн ELB. Видите? ELB и КТ. А у меня 2D. Идем дальше. Мы таких же ребят еще найдем. Здесь снова L. Skullcrusher имеет LB и LF. Идем дальше. Джиндос LB, GT. Видите, LB повторяется уже несколько раз. Лол The Might, LB, MM. LB, 4D. Денка имеет LB. И Джо Кинг, Джофа Кинг, Элби, Куку. Итак, ребят, а теперь самое интересное. То есть мы видим, что у огромного количества игроков есть приписочка Элби. А дальше идут либо цифры, либо буква и цифра. Давайте просто попробуем понадобавлять друзей. Пишем Элби, а дальше все что угодно. Давайте, например, 67. Находим Razer 5. Давайте попробуем без цифр Элби. Например, ТР. Да, Романс. А теперь давайте и цифру, и букву. Сначала пусть у нас будет впереди цифра, а потом буква. LB7C, допустим. Да, да, находим. А теперь давайте наоборот. LBC7. И снова находит. И вот именно таким способом вы можете себе добавить огромное количество друзей. А зачем же это нужно? Дело в том, что в Boom Beach Frontlines лучше играть в команде с реальными игроками. Потому что если вы начинаете играть один, то скорее всего в вашей команде попадется огромное количество ботов, которые, прямо скажем, играют ну не очень хорошо. Ребята, если понравилось видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Всем удачи, пока!